Всем привет! Вчера покрасила как раз голову моей любимой красочкой от Oriflame. Теперь пользуюсь только ей. Сейчас расскажу, почему. Ну, я и раньше ей пользовалась, потом как-то перешла на Casting Cream Gloss, перешла на всякие вот эти вот, знаете, которые в обычных масс-маркетах продаются. И пожалела об этом, потому что после них начали выпадать волосы очень сильно, и они сожглись. То же самое, мама приезжала в гости, говорит, я пользовалась Garnier, Casting Cream Gloss, у меня начали очень сильно выпадать волосы. Поэтому, у кого есть такая проблема, просто поменяйте краску. И желательно поменять на Oriflame, конечно же, потому что вот у меня волосы пористые, волнистые, сожженные, но после этой краски появляется очень такой интенсивный блеск, красивый. А во-вторых, это красивый цвет. Вот у меня оттенок интенсивно коричневый, он, знаете, такой временами темный, да, вот такой, если зайдешь в помещение, прям такой темный, как чуть ли не черный. Выходишь на солнышко, он такой вот с оттеночком, с красивым таким, с красно-рыжим, рыжим таким переливом. Вот, поэтому всякие, ну, такое освещение, зависит от освещения, но при этом волосы очень мягкие, очень блестящие после первого же применения, они не сожженные, они не убитые какие-нибудь там, я не знаю, не поврежденные. И плюс, самое главное, она содержит льняное масло, что, в общем, она питает волосы во время окрашивания. И самое интересное, они реально растут гораздо больше. Вот смотрите, видите, вот здесь вот светлее оттеночек, а здесь темнее. Это настолько у меня отросли после предыдущего окрашивания. Я сама была в шоке, если честно. У меня очень медленно растут волосы, просто максимально медленно. Но вот я, получается, какой второй или третий раз пользуюсь вот сейчас в данный период времени, так скажем, в этом году красочкой. И у меня прямо она... быстренько начали отрастать, поэтому после тех красок, если, допустим, они портятся, они сжигаются, да, они выпадают, здесь наоборот увеличивается густота, улучшается вот эта микроциркуляция кожи, то есть краска, она еще и ухаживает очень хорошо за волосами, а они быстрее растут. Это не только я говорю, это очень многие люди, которые пользуются краской Oriflame, подтвердят, и девчонки, которые уже несколько раз пользуются, они знают, насколько она крутая. Возможно, здесь еще сыграли роль, конечно, вот эти витаминки, кальций, да, которые от меня, там осталось 4 штучки буквально, тоже из Oriflame, тоже линейка Wellness. Очень начали ногти расти, я тоже в шоке, если честно, что-то ногти начали расти мои, которые вечно слоились, которые вечно там в ужасном были тоже состоянии, они начали нормально расти. То есть я вообще в шоке. Ну, это, скорее всего, витаминки. Но вот эта краска, я говорю, после нее действительно эффект такой, знаете... и с чего вообще я начала это рассказывать? Я, значит, вчера крашусь и наношу, девчонки меня поймут, наношу этот бальзам, который идет после окрашивания. Боже, как он вкусно, парфюмированно пахнет, дорого, люксово. Он пахнет для меня, по крайней мере, я не знаю, кто пользовался, отпишитесь, как вам пахнет. Для меня он пахнет Coco Mademoiselle. Вот это вот, знаете, аромат, вот этот Шанель Коко Мадемуазель, это прям оно. Я такая наношу, в общем, бальзамчик, кайфую, просто стою. Вот каждый раз, когда ты красишь волосы, ты просто кайфуешь. Во-первых, это все безопасно. Это не вонючая какая-то краска, которая как Garnier, да, которая ужасно воняет. Плюс аромат вот этого бальзама, он остается еще на волосах, и он действительно такой парфюмированный, знаете, как будто ты дорогим, в дорогом салоне просто окрашивание прошла, и у тебя такой запах Coco Mademoiselle, Шанель. В общем, крутая красочка. Сейчас она, конечно, не бюджетно стоит, то есть я запасалась ее, когда она была там по цене 495 рублей. Сейчас она идет дороже, там в районе 650-625, но со скидочкой 20%, да, кто хочет подешевле купить, пишите мне в личку, я вам оформлю. Скидочку, дисконт, она будет годовая подписка, то есть у вас на все будет в течение года 20% скидочка, в том числе на эту краску. И либо просто переходите по ссылочке. Ну, краска классная. Оттенки есть абсолютно разные. И блонд, и рыжий, и черный, и всякие между ними, в общем. Вот. И блонд даже, вот который блонд, да, идет, вот я все хочу тоже, не знаю, буду переходить, не буду. В общем, он идет даже с осветлением на 3 тона. Есть такой ультрасветлый оттеночек. Поэтому посмотрите, я вам картинку выставлю. Но краска классная, мне она очень нравится и по цвету, и по качеству. В общем, рекомендую.